На 40-м международном автосалоне в Бангкоке компания Mitsubishi представила утилитарную версию пикапа L200, который на местном рынке продается под названием Triton. Модификация получила имя Absolute. Пока что автомобиль находится в статусе концепта. Однако в случае заметной заинтересованности новинкой посетителями автосалона и клиентами марки, автомобиль может встать на конвейер. И тогда он запросто сможет навязать конкурентную борьбу одному из любимцев сегмента – внедорожнику Ford Raptor. Прототип призван продемонстрировать твердый и бескомпромиссный характер флагманского пикапа марки. Здесь ставка сделана не только на брутальный дизайн, но также на выносливость и динамику. От обычного L200 концепт отличается в первую очередь увеличенным на 50 мм дорожным просветом. Теперь он составляет 270 мм. Кроме того, модели усилили раму, расширили колею, установили амортизаторы с увеличенным ходом штока и колеса с внедорожными покрышками. Также концепт щеголяет кузовными панелями из углепластика и накладками на крышу и грузовую платформу, которая оснащена ухватами для рук. Так визуально модель напоминает природный рельеф скалы. В движение концепт приводится традиционным атмосферником объемом 2,4 литра и мощностью 128 сил. Или же турбодизель того же объема, но мощностью 181 лошадиную силу. Трансмиссии две на выбор – шестиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. В Mitsubishi рассчитывают на то, что такая смелая модель не оставит равнодушными поклонников пикапов, иными словами тех, кто ценит техническую надежность и высокую производительность. Кроме того, новинка – яркое воплощение слогана японской Mitsubishi – Drive Your Ambition. Что касается обновленного в ноябре прошлого года L200, то модель уже продается и в России. Стартовая цена внедорожника – 2 миллиона 69 тысяч рублей.